Чувашии стартовал 71-й чемпионат России по самбо. Сегодня определяли имена первых победителей в 9 весовых категориях. Накал борьбы такой, что спокойно следить за схватками невозможно. Бой, на который дается 5 минут, каждый спортсмен старается завершить досрочно. Быстро и эффективно обезоружить противника – главная задача бойцов. Нельзя, нельзя оставаться там, Таня! Ну зачем ты остаешься в партере? Четкие броски, удержание с захватом и ловкая защита. Исполнение виртуозное, аж дух захватывает. В боевом самбо, в отличие от спортивного, разрешены удары локтями и головой, болевые и удушающие приемы. Спортсмены зарабатывают баллы потом и кровью, зачастую в прямом смысле. В весе до 57 килограммов дагестанец Мухтар Гамзатов вышел против соперника из еврейского автономного округа. В своей победе даже не сомневался. Я давно дерусь, он только начал по боевому самбо, да. Знаю его, знакомый мой хороший. Наверное, это мое. Здесь можно и в стойке драться, и в партере, и бросать. Чемпионат России по самбо продлится 3 дня. На коврах встретятся около 600 спортсменов, более чем из 60 регионов страны. Чувашию представляют 9 спортсменов. Это главный старт года, чемпионат России. Сегодня разыгрывается по 3 комплекта медалей у мужчин, 3 комплекта медалей у женщин и 3 комплекта медалей у спортсменов, выступающих по боевому самбо. И такой регламент будет 3 дня подряд. Это универсальный вид спорта, который развивает не только умение бросать людей, но и дух, характер, силу, ловкость, гибкость. Поэтому самбо – это оптимальный вид спорта. Победители будут представлять Россию на чемпионате мира, а серебряные призеры поедут на Кубок Европы. Рифат Фаткулин, Андрей Спиридонов, Республика.